турнира в Алма-Ате, переписав все абсолютные рекорды. И 193 в толчке, это на 39 килограммов больше, чем вес, который сейчас пытается поднять Сара Роблес. Ну, поэтому Каширина четырехкратная олимпийская чемпионка. Оговорка по Фрейду должна быть. Мировая чемпионка, а Сара Роблес. А Сара Роблес, тем не менее, победительница 5-го юбилейного турнира по тяжелой атлетике на Кубок президента Российской Федерации. С чем мы ее и поздравляем. Она выиграла рывок, она выиграла толчок, она выиграла сумму двоеборья. Она поднимется на пьедестал почета. 278 килограммов она набрала. Молодец. Она выступила в свою силу. Она порадовала своих тренеров, подруг по команде. Себя любимую порадовала. Зрителей порадовала, потому что каждое появление Сары Роблес здесь, во Дворце спорта «Олимпийск», встречалась аплодисментами и таким гулом и ревом одобрения. Ну, посмотрите, как можно не любить вот такую красавицу и как она может не нравиться, да? Ну, а я, друзья мои, хочу поблагодарить от всей души Светлану Царукаеву за то, что она нашла время, посетила нашу комментаторскую позицию, рассказала много интересного и, ей-богу, право, без такой профессиональной поддержки мне было бы сегодня намного сложнее. Спасибо, Света, спасибо вам.